Мебель не по возрасту, опасные игрушки и несвежая еда. В Лангепасе специалисты Роспотребнадзора закрыли частный детский сад. Проверка учреждения показала многочисленные нарушения. Так, персонал работал без санитарных книжек, продукты хранились ненадлежащим образом. Такая небрежность со стороны руководства могла обернуться для детей отравлениями, травмами и другими проблемами со здоровьем. Дверь детского сада опечатали. Заведение будет закрыто в течение 45 дней. За это время предприниматель должен исправить все недочеты. Если работу над ошибками не проведут, детский сад оштрафуют и снова закроют. В игровой установлены трехъярусные кровати, постельное белье не промаркировано, не представлены документы по организации стирки этого постельного белья. Также не соответствует по набору помещений, недостаточно, отсутствует помещение для хранения горшков, для хранения уборочного того же инвентаря.